Да вот это и важно, что я здесь, в лесу, что вот на этой изумительной дороге, которая недалеко проходит, буквально там сколько, вот полчаса ходьбы через лес, вот моей исследовательской станции. Напоминаю еще раз, что я сюда попал только благодаря каналу. А до этого я, сколько здесь у нас, 15 лет, здесь уже, как говорится, владение, а я сюда никогда не доходил. Ну, идем сейчас опять через машиностроитель, через ЛЭП. И ну, тут эти... А, кстати, вот этот чувачок, по-моему, мне уже попадался. Катается тут просто. Под ЛЭП он мне уже попадался. Ну что... Заведи себе YouTube-канал, я тут тебе больше ничего не могу сказать утешительного, потому что вообще я тебе, знаешь, начать говорить какие-то рекомендации, вот делай то, пойди сюда, чтобы почувствовать себя лучше, это чушь собачья, априори. Ну, потому что если ты откроешь роман Достоевского, там ты такое не увидишь. Делай так, значит, 10 пунктов, чтобы, как говорится, разбогатеть. Такого ты там не найдешь. А именно на это я бы и ссылался. Так что... ну что, давай, я тебе расскажу сейчас про то, что у меня делается. У меня делается следующее, что... Я все более четко понимаю, что все-таки мне предстоит позаниматься на скрипке. Из-за этого, значит, активность будет на канале снижена. Знаешь, почему я боюсь эту активность снижать? Мне кажется, что своей активностью, что каждый день я, собственно говоря, живу ради YouTube, это моя основная работа уже, как минимум, с марта прошлого года. Сейчас, сами понимаете, что священный YouTube, значит, к священному YouTube подобрались щупальцы зла. И мне кажется, что своей активностью я защищаю YouTube от зла. Вот так. То есть YouTube до этого меня защищал, а теперь я его защищаю. И мне кажется, чем больше мы будем и смотреть, и снимать для YouTube сейчас, тем мы больше поддержим силы добра. Потому что YouTube — это, безусловно, сила добра, да. Ну вот, знаешь, как-то странно получилось, да, что это сила добра из Америки. Да, вот как-то странно. Вот как-то вот так получается. Удивительно, не правда ли? YouTube — американская компания. Здесь я что могу сказать? Это все понятно, да, любой умный человек, нормальный, который вменяемый, он понимает, что... Значит, рвать эту тельняшку или что там, бить себя в грудь и говорить, что мы сейчас обойдемся без YouTube, там, что мы там откроем что-то свое. Так откройте что-то свое. Вопрос ведь в чем? Понимаешь? Ну почему-то YouTube-то ведь появился в Соединенных Штатах, а не у нас. Вот почему? Задайте себе этот вопрос. У нас нету никак ничего подобного, подобной платформы. Почему так получилось? Ну, я думаю, что ответ ясен. Поэтому я, как и любой мыслящий человек, я пытаюсь найти ответ, почему у нас вот как-то вот все вот так вот как-то не так. Вот. Пытаюсь найти. Вот. И... Во-первых, я не знаю, так это или не так. Понимаешь, эти все статистики, все, по там ВВП, уровень жизни, уровень счастья, это все, я не знаю, кем пишется, это все заказуха, это определенно точно. Поэтому что на самом деле происходит и что на самом деле в нашей стране лучше, а в других странах хуже, и наоборот, я лично понятия не имею. Я даже, в принципе, ни против чего особенно не возражал до, сами понимаете, чего. Я считаю, что так. Если, как говорится, какие-то
перекосы, ну ладно, там понятно, да, коррупция там, это все это воровство там, да, это ладно. Но когда уже начинается убийство, это уже перекос, это уже все. Поэтому вот эти все олимпиады, чемпионаты мира по футболу, я уже тогда говорил, что это абсолютно ненормально и не нужно никому, но меня все засрали. Сказали, что я такая зануда, люди радуются, у людей хоть какой-то есть теперь, значит, момент порадоваться. Вот чемпионат мира, вот мы прошли, вот мы испанцев чуть ли не выиграли. Мы что, испанцев выиграли? Ну, выиграли каким-то чудом, не знаю. В общем, и так далее. Все меня засрали. Я у подруги был тогда во время чемпионата. Помню, как при каждом забитом голе, значит, у нас там в интернете или где, значит, забили гол, и так из всех окон сразу... По всему городу это Вишкалия было вообще. По всему городу. Блин, это вообще просто. Я ей говорю. Говорю, нафиг нам нужен чемпионат. Это вообще не целевая растрата средств. Уж не говоря про Олимпиаду. Ну ладно, как бы. Это самое. То есть, понимаешь, да? То есть, я не имею точного понятия, что хорошо, что плохо. Но когда что-то откровенно плохо... Те же самые действия против YouTube — это откровенное зло. Откровенно просто-напросто плохой поступок против людей. Ну вот, то это уже перекос абсолютно недопустимый. Вот так. Ну и поэтому еще раз говорю, что я считаю, что пока я... Что мой единственный способ повлиять на ситуацию — это самозабвенно служить силам добра. Самозабвенно служить YouTube. То есть, еще раз говорю, много его смотреть, много для него снимать. И по каким-то образом, вот в ментальной сфере, вот в этой ментальной сфере борьбы светлого с темным, я думаю, что это очень хороший вклад в светлое. Но сейчас просто так все складывается, понимаешь, меня... Мне нужно и моему семейству показать, что я еще на что-то вообще способен, чисто по факту, в плане скрипки. Ну и... Не знаю, короче. Посмотрим. Я, в принципе, и сам не против поиграть на скрипке. Вот. Поэтому... Посмотрим. Ну, проходим через машиностроитель. Сейчас, как всегда, я кружочек сделаю. Вернемся. Сегодня опять как запишу прохождение. Все как всегда. Может, еще завтра. Не знаю. Не знаю. Такого, чтобы... Я не знаю, что мне делать. Я запутался там. Я... Ух ты, ё-моё. Нет, 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 нет. Ну это что, кто знает, может она и укусить может. Ну вот, не знаю, что. То есть, я еще раз говорю, я не бывает такого, чтобы я там не знал, сидел там. Нет, бывает, что я в какой-то момент сижу в растерянности, но так это вообще не в моем духе. Не знаю, что делать. Что это за ерунда. В конце концов, действительно. Хотя нет, почему нет? А вариант залечь на диван с книгой, отключить все и вообще там... Вот это вариант, который у меня непосредственно в сознании. Ну, тоже не знаю. У меня нет никаких точных данных. Я с презрением отношусь к опыту. Считаю, что вовсе не обязательно. Там прямо так постоянно. Значит, молотить опыт. Поэтому не знаю.
считаю, что нужно сейчас много снимать для YouTube и много его смотреть. Вот это все, что хочу сказать. И благослови Господь священный YouTube. Еще раз я говорю, в который раз, я уже много раз это говорю, что по моему личному отношению, по моим личным данным, нет ничего подобного YouTube, и нигде больше ни на одной платформе у меня бы ничего подобного не могло получиться. YouTube позволяет мне абсолютно быть самим собой, что, в общем, как ты понимаешь, в мире, склонном к мракобесию, это мало осуществимо. И вообще-то то продвижение моего контента, который дал мне уже YouTube, оно стоит немалых денег, вообще немалых денег. А оно мне досталось вообще бесплатно. Вот так. YouTube мой лучший друг. И вот в этом ключе, ё-моё. Обдали всех грохотом, пылью и поехали дальше. Вот вам, как говорится, и иллюстрация хорошего общественного поведения. Ладно, хрен с ними.